каждый новый займ больше предыдущего, и каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов – больше сумма. Накануне в правительстве Тувы в расширенном формате обсудили бюджетную политику региона на 2018 год. В эти дни завершается формирование проекта бюджета республики на будущий год и на плановый период 2019 и 2020 годов. До 1 ноября он будет передан в Верховный Хурал. Так, до окончательного утверждения в качестве главного финансового документа проекту предстоит пройти несколько этапов. В ходе заседания глава Тувы Шалбан Караул подчеркнул, что бюджетные условия страны жесткие, и правительство региона ведет защиту инвестиций для республики на уровне Государственной Думы. На этот момент времени в бюджете 2018 года, в федеральном бюджете, 1 миллиард 786 миллионов рублей предусмотрено на инвестиции в Республику Тува. Это много или мало, то вам судить, но правительство Тувы представило заявки в рамках действующих федеральных программ порядка 4,5 миллиарда рублей, и мы намерены защитить именно эту цифру. На этот момент времени 1 миллиард 786 миллионов рублей, из которых 579 миллионов рублей, например, является строительство коммунального моста через реку Енисей в городе Козыки. Кроме того, регион обязан обеспечить снижение госдолга в размере более 2 миллиардов рублей. Однако, несмотря на это, в будущем году продолжатся социальные проекты по поддержке многодетных и малообеспеченных семей. Более того, проект «Социальный уголь» планируется расширить. Поддержку получат не только сельские семьи, но и многодетные семьи, проживающие в городах Кызыл, Туран, Шаганар и Акдаурак. Также глава Тувы отметил, что в республике необходимо внедрить электронную базу получателей социальной поддержки. Это позволит обеспечить ее продолжение. Расходы у нас вырастают порядка на 7%. То есть, казалось бы, вы увидите, что у нас на следующий год только поступление с федерального бюджета увеличится на более чем 1 миллиард рублей. Но в то же время расходы у нас вырастают, как видите, на 7% относительно всего консолидированного бюджета. Как всегда, наш бюджет остается социально ориентированным. Более 90% нашего бюджета – это первоочередные выплаты и наши социальные обязательства. По данным Министерства экономики региона, в текущем году наблюдается рост промышленного производства на 12%. Кроме того, в этом году объем ввода жилья составило 54 тысячи квадратных метров, что превысило уровень прошлого года на 18%. Зарегистрированный рынок труда отмечается снижение уровня официально зарегистрированной безработицы до 3,3% и составило 4,3 тысячи человек. Отмечается рост среднемесячной заработной платы на 2,9%. Министр финансов Тувы Орландо Стай отметил, что основными задачами по увеличению регионального бюджета остается расширение налоговой базы. Так расширяется перечень налогооблагаемых торговых центров, имеющих большие площади. С будущего года налоги на имущество будут платить те торговые организации, которые имеют от 1000 квадратных метров площади помещения. Первое. Сохранить социальные льготы по транспортному налогу. Это инвалиды первой и второй группы, участники Великой Отечественной войны, чернобыльцы и общественные организации, которые представляют инвалидов. А также сохранить налоговые каникулы и пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения для стимулирования малого предпринимательства и бизнеса. Также в ходе заседания затронули вопросы открытости региона для туристов. При федеральной поддержке Тува продолжит реализацию крупных инфраструктурных проектов. Это модернизация аэропортового комплекса, открытие международного терминала, обустройство нового направления федеральной трассы М-54, а также реконструкцию пункта пропуска Хандагайты-Баршо. Эти проекты станут основой для создания условий вхождения Тувы в трансграничный экономический коридор Россия-Монголия-Китай, который обеспечит доступность республики и повысит инвестиционную привлекательность. Мы разделили сегмент туризма по всем нашим министерствам. Мы согласились, взяли на себя ответственность, что занимается туризмом не только какой-то орган, который занимается туризмом, это все министерства, все муниципалитеты. То есть разделили между собой, соответственно, то есть те запреты, которые курируют министерство, они также ответственны вот за эти сегменты развития туризма.
Более детальное рассмотрение главного финансового документа республики начнется после его внесения в Верховный Хурал Тувы. По традиции, Минфин республики разработает бюджет для граждан, где документ будет представлен в простой и доступной форме. Владимир Путин подписал федеральный закон, разрешающий Федеральной службе судебных приставов самостоятельно задерживать и доставлять для составления протокола должников по алиментам. Соответствующий документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. Закон наделяет судебных приставов исполнителей в случае выявления административного правонарушения по неуплате алиментов в течение 2 и более месяцев полномочиями по задержанию и доставлению лиц, в отношении которых ведется исполнительное производство для наложения штрафа. Такая мера касается должников, которые не оплачивают содержание своих несовершеннолетних детей, совершеннолетних нетрудоспособных детей или нетрудоспособных родителей. Ранее судебные приставы не имели права осуществлять в отношении этой категории должников меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении, административное задержание и доставление. Отсутствие такой возможности вынуждало приставов обращаться за содействием к сотрудникам полиции, что существенно замедляло процесс производства. Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка учредил Всероссийский день приема предпринимателей, который проводится во всех прокуратурах страны ежемесячно в первый вторник. Во исполнение распоряжения генпрокурора органами прокуратуры Тувы Всероссийский день приема предпринимателей проводится ежемесячно в первый вторник с 9 до 17 часов. Очередной Всероссийский день приема состоится 7 ноября. Это сделано для того, чтобы прокуроры максимально оперативно реагировали на нарушения прав представителей бизнес-сообщества и незамедлительно их пресекали. В этот же день пройдет прием прокурорами районов города Кызыла, Кызылским межрайонным прокурорам по месту нахождения прокуратур. Новые правила провоза ручной клади в самолетах российских авиакомпаний вступят в силу с 5 ноября, говорится в приказе Минтранса Российской Федерации, размещенном в среду на портале правовой информации. В соответствии с новыми правилами, норма бесплатного провоза ручной клади, установленная авиакомпанией, не может быть меньше 5 килограммов. Ручная кладь, превышающая по весу указанную норму, должна быть сдана пассажирами в багажное отделение. В приказе отмечается, что помимо указанной нормы провозимого багажа, пассажиры смогут взять с собой на борт рюкзак, дамскую сумку, букет цветов, верхнюю одежду, детское питание для ребенка во время полета, костюм в портпледе, устройство для переноса ребенка, лекарственные препараты в количестве необходимом для полета, специальные костыли, трости, ходунки, роллаторы и иные технические средства реабилитации, складную кресло-коляску, лекарственные препараты и товары, купленные в магазинах дьюти-фри. Однако вес и габариты рюкзака и пакета с товарами из магазинов дьюти-фри ведомство предлагает авиакомпаниям устанавливать самостоятельно. Напомним, в конце сентября в России вступил в силу закон, позволяющий авиакомпаниям продавать безбагажные невозвратные билеты. По мнению министра транспорта России Максима Соколова, ожидается, что закон позволит авиакомпаниям снизить стоимость авиабилетов на 20%. И о курсах валют. Доллар стоит 57 рублей 87 копеек, евро 67 рублей 22 копейки. Товарищи, ноябрьская ценовая революция в РБТ.ру. Все готовы? Готовы! Начинаем! Посудомоечная машина Bosch со срочкой старта всего за 19 590 рублей. РБТ.ру. Информация для мужчин. Только до 10 ноября 2017 года первая и последняя распродажа в магазине «Братишки Бальчиш». Скидки на весь ассортимент до 50%. Успей набрать ништяков за полцены. Муниципальный жилищный фонд города Абакана представляет жилой комплекс «Арбан-Сити» в новом районе Арбан. Школа, детские сады в шаговой доступности, большая парковая зона, торговые центры, многоуровневые парковки. И, конечно же, квартиры класса «Комфорт» в кирпичных пятиэтажных домах. Объявляется начало приема заявлений на бронирование готовых квартир «Комфорт-класса» в новом жилом комплексе «Арбан-Сити». Е капиталын пажын садып паза тудып алырынга ажыгларынга тузалар биз. Сез 800 700 чеден 5-10 чеден ии. В
Кызылском районе правоохранителями раскрыт факт скотокрадства. 26 октября в дежурную часть полиции района обратилась местная жительница с заявлением о пропаже своих 9 коров, находившихся на свободном выпасе. В ходе оперативно-розыскных мероприятий утром 27 октября с сотрудниками ДПС на автодороге РБ Кызыл для проверки была остановлена грузовая автомашина, в кузове которой находились 7 голов крупного рогатого скота, связанных веревками, а также покрытые ковролином и досками. На вопрос сотрудников полиции о перевозимом грузе водитель и пассажир автомашины пояснений не дали. Для дальнейших разбирательств они были доставлены в отдел полиции. Прибывшая на место следственно-оперативная группа полиции установила, что перевозимые животные совпадают по описанию с пропавшим скотом заявительницы. Установлено, что 55-летний житель одного из сел Кызылского района 22 октября с пастбища похитил 9 голов крупного рогатого скота. Пригнав к себе на чабанскую стоянку животных, он попросил знакомых сбыть похищенный скот на территории Кызыла, при этом поставив в известность последних о том, что скот похищенный. В ходе неотложных следственных действий остальные 2 коровы также были найдены. Одна из них обнаружена при обыске на территории чабанской стоянки, а вторую злоумышленник успел продать. В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается. Федерация лыжного спорта Тувы сообщает, 21 и 22 октября проводились работы по расширению действующей лыжной трассы и прокладке 2,5 километров дополнительного участка трассы. Кроме того, организован новый участок старта и финиша шириной до 10 метров. Новая лыжная трасса включает 2 участка 3 и 2 километров. Все запланированные работы с участием специальной техники завершены. Купить шубы на меховой выставке выгодно, если вы уверены в производителе. Как минимум, все выставочные изделия должны быть чипированы, а ассортимент богатым на новинки и разнообразие меха. Среди тысячи моделей внимание стоит остановить на самых теплых. В предстоящем сезоне возвращается мода на пушнину, лисицу и писец. Практичный жакет-трансформер со съемными рукавами можно считать как зимним, так и демисезонным вариантом. На западе России особенно популярен мех бобра и каракуль. Это одно из самых теплых, носких и экономных вариантов. Шуба обойдется покупателю не дороже 60 тысяч рублей. Модницы к таким моделям пока только присматриваются. Качественную норку видно сразу. Это густой подпушек, блестящий ворс и отсутствие у меха заломов. По словам продавцов, покупательницы обращают все больше внимания на светлые модели. При правильном уходе ворс не желтеет. Актуальный сапфировый оттенок считается более практичным, чем молочный или снежно-белый. Еще один показатель качественного фабричного пошива – количество шуб на выставке. Чем их больше, тем провереннее лекало и шире размерный ряд. Если вы купили шубу без капюшона, то подобрать головной убор можно прямо на выставке меховой компании «Белка», которая работает со 2 по 6 ноября в спортивном комплексе имени Ивана Ярыгина с 10 до 19 часов. Технические новинки ежедневно радуют и облегчают нашу жизнь. В одном из выпусков новостей мы познакомили вас с флоат-камерой. Сегодня особое внимание уделим инфракрасной сауне. Что это такое, как работает, выясним, попробовав на себе курс «Полное погружение». В спа-центре Grand Fluat сначала вы проходите стандартную процедуру флоат-камеры. Если кто забыл, напомним, что флоатинг – это погружение в соляной раствор, который положительно воздействует на кожу. Так возможно достичь полного расслабления, очистить кожу и зарядиться энергией. Итак, пришло время познакомить вас с инфракрасной сауной. Это кабинка из натурального кедрового дерева. Инфракрасное тепло прогревает все ваше тело. Это способствует тому, что чувствуете вы себя намного лучше, уходит усталость и нервное напряжение и восстанавливаются силы. Волны прогревают кожу глубоко, на 4-5 см. При этом температурный режим щадящий. В кабинке она держится в пределах 43-50 градусов. При этом кислород не выжигается, жесткого излучения нет. Но если вам вдруг стало не по себе, можно открыть двери. На эффективность процедуры это не влияет. В услугу «Полное погружение» еще входит расслабляющий массаж. Самое то для любителей релакса и ароматерапии. Ну а чашечка травяного чая добавит нотку вкуса, и сеанс запомнится вам надолго. Телеканал «Новый век» рекомендует спа-центр «Grand Fluat» на Красноармейской 219. Приходите и получайте удовольствие. Переплата по займам такая маленькая, совсем малышка. Отличные наличные, но очень маленькая переплата по займам.
Спонсор выпуска погоды – «Отличные наличные». Компания «Отличные наличные» рады видеть вас в любом из своих офисов в более чем 80 городах России. От Камчатки до Калининграда. «Отличные наличные» – надежный партнер с многолетним опытом стабильной работы. Продлевать срок займа можно бесконечно. «Отличные наличные» – удобные условия по займам. В ближайшие сутки по республике ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днем без осадков. В Кызыле переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью температура воздуха минус 6, минус 8 градусов, днем плюс 1, плюс 3. По сообщению Гисметео, в предстоящие сутки в Туране и Ороданне пасмурно, без осадков. Температура воздуха утром минус 6 градусов, днем минус 2. На Полке ясно, без осадков, дует ветер. Температура воздуха утром минус 7 градусов, днем плюс 3. В Танзибе ясно, без осадков. Температура утром минус 7 градусов, днем плюс 3. По всей трассе проезд удовлетворительный.